папа, пожалуйста, не умирай. Пришло мое время. Прости меня за все. Это ты меня прости. А помнишь в детстве, когда я ногу проткнул на озере, а ты на руках меня нес? Да. А я в тот момент даже не думал, что могу умереть от кровопотери, а думал только о том, как сильно я тебя расстрою, что пошел купаться в грязный пруд без разрешения. На этом сеанс семейной психотерапии закончен. Надеюсь, вы поняли, как нужно относиться друг к другу. Так, передавайте сценарий сюда. Пап, этот сеанс так сильно повлиял на меня, что я почувствовал, что я реально могу тебя потерять. Как будто это было по-настоящему. Я люблю тебя, пап. Здорово, психолог. Спасибо, сработал твой метод. Сын изменился, теперь делает все, как я говорю. Недавно он заработал денег, хотел купить старую двудверную BMW, ну типа девочек возить. И вы сделали все по инструкции. А я ему и говорю, вдруг мне плохо станет, я не влезу в эту машину, не успею доехать до больницы, могу умереть. А он что? В итоге ради меня купил Ладу Ларгус на дроме. Эх, можно будет картошку с дачи возить. Теперь он ваш, вплоть до 40 лет. А что будет после 40? Он может догадаться, но для этого у меня есть запасной метод управления. Какой? Завещание.